Ребята, давайте представим такую ситуацию, что вы часто отправляете кому-то смс или вам там переписываетесь с кем-то, и, конечно же, вы хотите написать текст в ответ. И вот такая очень маленькая клавиатура, что неудобно, блин, пока попадешь на вот эту вот кнопку, очень-очень неудобно. Как же увеличить вот эти вот клавиши, чтобы они стали больше? Сейчас покажу. Для этого нужно найти вот такую вот шестереночку, клацнуть на нее, опять-таки найти пункт настройки, и здесь, спускаясь вниз, найти пункт высота клавиатуры. После нажатия мы выбираем очень высокое, и у нас теперь клавиатура станет намного больше. Смотрите, какая она стала огромная, видите? И вот так вот теперь более удобнее и более лучше становится отправлять все, что мы хотим. Но больше таких крутых и полезных видео вы найдете на моем YouTube-канале, на котором я каждый день выпускаю вот такие вот полезные видосы для вас. Больше лайков, больше новых видео.